Мостик у меня. Вижу. Вот и чушка. Это наша окраина поселка. Вот здесь я перехожу. Речка так идет загибами. Снег пошел. Стоят, пока ничего не попадает. Снега очень много. Пока ничего. Пока ничего. Все стоит, все изрыто здесь. Пока мы ничего. Да уж. Сегодня хорошая погодочка. Вот решил прогуляться, сходить наломать баню, пихты, попариться. Очень хорошо пихты освежают. Так, взял рюкзак, топорик. Снежок порхает. Ладно, скоро охота откроется в апреле. Будем снимать на глухаря, на тетерев. Постараюсь. Сегодня прекрасная погода. Пока иду, СМС-ка пришла. С 9 по 13 марта аномальное похолодание у нас будет. Ну, 30-ник, 40-ник опять будет. Вот сейчас только СМС-ка пришла мне на видео. Ладно, продолжаем идти ближе к лесу. Ну, сколько снега навалило. Ух. Тайга тайгой. Идем в лес. За пихтой. Да, тут набухало очень много. Березки.
русская, российская зима. Мы на той неделе обещали морозы 5 до 30 градусов, может более. Много все-таки северный район. Тайга проходит. Вот такие пироги. Уже хорошо идут. Не провалится ничего, нормально. Идем. Вот тут лыжник гонял. Полез. Лес. Так. Ладно, пойдем. Ближе к лесу. Ломать пихту. Да и в баньке потом попариться. Баньку затопить. Выходные. Вот. Такие пироги. Леса ходила вот. Сейчас у них гон идет. Гуляют. Идем к лесу. Тоже кто-то на лыжах ездил кто-то. Кто-то ползал. А у меня капканы сняты. Вот куница бегала. Ёлки-палки. Наверное, по старым местам у меня. Куница, да, куница? Это вся. Куница бегала. У меня капканы все сняты. На куницы. Вот она ходила. Где у меня раньше капканы были. О, вот она тут все находила. О, елки-палки, да? Пускай живет. До следующего раза. Он набегал везде. Тропа целая. Надо глянуть. Надо глянуть. Посмотреть. Все к чему. Вот он ходил. И раньше у меня капканы стояли. Вот он. Прогуливался. Так. Все-таки интересно-то. Оба-на! Оба-на! Так. Где-то у меня раньше тут капкан был. Я стоял раньше. Опа! Па-па-па-па! А что такое? Кто-то все сломал. Какие гады же есть люди.
меня коробка стояла. Вот суки. Все разломали. Вот так-то. Ух. Вот нашел, собрал для куницы. Она, видимо, упала от снегу. Вот. Ну, она без капкана. Вот, а куница бегает тут, везде набегана. Ладно. Фу, красота. Красота. Ладно, пойдем дальше. Вот она, куница набегала. Куница набегала. Ух. О, сюда ушла. Вот она. Везде тут набегала. Не куничьи следы. Вот она ушла. Везде. Так. Вот наломал веников пихты в баньку. Так, пойду. Прогуляться надо. Так. Вот она бегала. Вот. Сюда. Там вот она ушла. Эти капканы больше не надо ставить. У них гон идет. Все-таки март месяц. Недавно бегал. Вон сюда, сюда, сюда. Везде он набегал. А когда капканы были, плохо ходил. Сейчас встал. Вон есть следы. Туда ушел. Как красота непредсказуемая. Так. Ой. Пускай живет. Пускай живет. И как-то у нее сейчас все шур, да, нормально. Можно ловить. По идее. Прогуляться хоть. Вот тут одни следы куничьи. Появились. Красиво. Очень. Ладно, пойдем дальше. Да, вот следы хорошие. Свежак. Ну, где-то здесь они летают. Целая тропа куниц. Так, мы вышли на речку. По реке. Вот сколько их тут. Зад-перед ходил. Свежак. Ну, видишь. Ух, ты сколько много. След на следе. Ёшкин кот. Вот это да. Целая тропа куниц. Целая тропа. Свежая. Бобер выходил. Вот сюда. Вон дятел сучит на дереве. Вот бобер выходил. Выход бобра. Сюда выходил. Оба-на! Во. Ходил тут. Ага. Куница ходила тут же. А.
Вот он выходил отсюда, а он оттуда выходил. Здесь. И обратно сюда, на речку, по каналу. И вон выходил. Гулял. Вон выход у него. Ага. Ух. Вот он ползал тут. Вот хатка бобринная. Тоже нашел. Вторая. Вся завалена. Выходов нету. Вот. Тут на буране ездили. Вот хатка вторая. У нас тут таких хаток-то много везде. По всей речке. Все запружены. Большие. Живые. У них тут еда есть, они живут пока. Пусть размножаются. Ну их много стало, конечно. О, лиса по такие находила. Лиска ходила. Лиса. Вот. Вот бобер выходил. Нашел тоже везде. Выхода. Хоть капкан ставь. Лиса подходила. Вот тут я везде ползал. Бобер. Везде ходы у него. На этом я заканчиваю свою зимнюю прогулку. Веник наломал, все узнал, что к чему. Если кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду рад. До следующих встреч.